В последнее время на просторах интернета все чаще появлялись новости о разладе в семье Нюши и Игоря Сивова. Наконец, певица решила развеять слухи и сделала официальное подтверждение. С мужем они давно не живут вместе. Но внимательные фанаты уже давно нашли этому подтверждение. Еще несколько месяцев назад из социальных сетей Нюши пропали все совместные фотографии с Игорем. Тем не менее, паре удалось сохранить дружеские отношения. Ведь когда идет речь о воспитании совместных детей, иначе и быть не может.